счастья. Уже Новый год. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Счастья, радости, здоровья и всего самого хорошего. Неужели с вами будет действительно Новый год? Я его не пропущу в этом году. Уже сколько лет я пропускал Новый год. А как хочется нарядить елочку, как в детстве. Собраться всей семьей, нарядить елочку, повесить игрушки, загадать желание. Ой, как же хочется. Так что, пока есть время, родненьким отмечайте, собирайте всей семьей, любите друг друга. Говорите самые-самые-самые лучшие поздравления. Вот, с Новым годом. Ой, я тебя не закрылся. Радость, не радость. Сейчас, Паша, я к тебе подойду, сейчас, втроем. Да, конечно. После бессонной ночи голова как фонарь с перебитыми стеклами. Все, больше поездами не езжу. Только в Санкт-Петербурге это единственный поезд. Все импровизация, а время уже нет, уже, в принципе, мое.
55. Ты это вообще еще ничего. Я по себе знаю, что, наверное, в моей жизни все только начинается. И, наверное, это мое человеческое и актерское счастье, что на 56-м году жизни я еще могу двигаться! Я ушла, а то и пусть.
Целый стакан.
валяешься еще. Ой, ну где еще поваляешься здесь? Вы как? Где еще поваляешься? Как не в Пензе, в воскресенье вечером. Ой, что бы сейчас дома сидели, салаты грызли бы. А сегодня поваляемся мы с тобой. Ну потрогай меня, потрогай меня. Потрогай меня живехенького, мокренького. Ой, снится сегодня буду. Просыпаешься ночью, а тут королевцы. Ой, молодцы, молодцы, молодцы. Жара уже, жара. И это правильно. Что вы стоите? Ложитесь. Танцевать будем! Шуметь будем! Свистеть будем! Хулиганить будем! Целоваться будем! Ну тогда, поехали! Танцуем все! Как же тут не полюбишь, когда уже который год
который год встречают, ждут, целуют, обнимают и из дома последние продукты приносят. Уже все принесли. Дома есть, наверное, нечего, да? Ну ладно, молодцы, молодцы. Я всегда в концерты говорю: ребятушки, будете идти на концерт, несите все, что в доме лежит. Несите. Вот артистам хорошо быть. С голоду не умру никогда. Денег не будет, есть будет нечего. В Пензу поеду. В Пензу поеду, сало мне и огурцов в банку дадут. Полгода проживу. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Что, еще принесли? Что ты принес? Спасибо, 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 спасибо. Последние пломбы сломать принес. Ну ладно, к чаю. А ты что принесла? Тоже блин. Ой, спасибо, спасибо, спасибо. Вот знаете, даже вот говорю это спасибо, оно какое-то маленькое. Маленькое, потому что в Пензе нужно говорить трехмиллиардное спасибо! 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 Thank you.
Я забыла вдруг. Ты не слышишь грусть, что я сохранил, что сюда вернусь. Силы!
Спасибо вам большое. Спасибо. Вы знаете, где бы я ни пел эту песню, и как бы я ее ни пел, и везде, в каждом уголочке, в каждом городочке, большом, маленьком, да не важно, там, где вы слышите ее, вот везде эта песня встречает такие удивительные горячие приемы. И всегда звучат вот такие жаркие фантастические аплодисменты. Спасибо вам большое. Спасибо. Я всегда думал, почему? А, наверное, потому что эта песня не только обо мне, про мою жизнь. Эта песня для каждого из вас. Потому что в жизни действительно бывает и трудно, и больно, и горько, и одиноко. Так что и не знаешь, как жить дальше, как поступить. Поэтому я прошу вас, я требую, чтобы вы всегда помнили, что у вас есть ваши крылья. И в самую трудную минуту, в самую невозможную минуту поднимайте, раскрывайте и летите, летите над всей суетой этой жизни, летите над всеми трудностями этой жизни. Летите, знайте и верьте, что все у нас будет очень-очень хорошо. Что ты
наверное, нет, не только в Пензе, но и нигде нет человека, который не хотел бы услышать и не хотел бы сказать такие слова. Дай мне слово, что ты никогда не уйдешь от меня. И вот провести такую параллель, пел я 55 лет, записывал песни, штормил, хулиганил, вытворял иногда черт знает что, но мне всегда так хотелось, чтобы каждая моя песня, пусть даже иногда самая простенькая, грустная, веселая, раздумчивая, но она всегда была бы рядом с вами. Всегда и в грусти, и в радости. Мне очень хотелось вложить в каждую песню настроение, силу, вдохновение, чтобы когда вы слушали и сами становились сильными, вдохновленными и жизнеустойчивыми. Поэтому я мечтаю, чтобы вы никогда не ушли от меня. Сейчас танцуют все!
ответил я ее, час зацеловал. Ай, мне такой долго не мечтал. Встретил я ее, час зацеловал. Я ай, такой не мечтал, еще не рыжий застал.
силы найти счастливый, что любовь. Здрасте, вдвоем не найти сердце. Ради счастливый, а ради счастливый, что любовь. Раздели мое, не ради счастливый.
столько лет любовь здесь. Thank you.
сияющий красоты храм, и возвышались величественные купола на всей Пензы. И я посмотрел и думал: Господи Боже, Господи, ну дай же ты нам счастье, дай же ты нам радости, силу, жизни, любви. И пусть эти купола звучат в вашем городе, пусть эти купола поют, поют вам на радость, пусть эти купола звучат каждому на жизнь, каждому на любовь, каждому на самое-самое сокровенное.
что, конечно же, должны сегодня прозвучать фантастические аплодисменты нашему концертному звукорежиссеру, который уже который час находится вместе с вами в зрительном зале. Потрясающий, фантастический мастер концертного света. Аплодируем немца Алексей Зверев! Ударные инструменты, ох уж эти ударные инструменты, ударник социалистического труда. Но какой музыкант, какой музыкант! О, я счастлив, что сегодня на этой сцене, в этот вечер в Пензе, со мной играет легенда советской и российской эстрады. Встречай, Пенза! Аплодируй, Пенза! Потерялся, да? Вот и аплодисменты, вот и играл, что весь развалился. Владимир! 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 Владимир!
жаркий декабрьский. Вообще, жаркий декабрьский, да? Клево. В Пензе. И хочу сказать, горячий, родной, любимый, танцующий, шумящий, свистящий, дарящий все последнее из дома, целующий, поддерживающий. Ой, Пенза. Что-то низковато, низковато. Пенза. Как же я всем сердцем и душой люблю. Спасибо вам, трехмиллиардное вам спасибо. Спасибо за то, что вы сегодня действительно устроили жару в этот воскресный вечер. Я счастлив, что вы все удивительно красивые. Красивые, необыкновенно, необыкновенно сегодня светятся ваши глаза. И вот смотрите, который час, вы все улыбаетесь. И как же мне хочется, чтобы именно с такой улыбкой вы засыпали. Вы просыпались в крепких объятиях. Так не хотелось бы вырываться из этих объятий, даже опаздывая на работу. Придете начальнику и скажете, опоздали, потому что не могли вырваться из крепких объятий. Я думаю, что он простит. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, спасибо за то, что мы есть в нашей жизни. И за все за это самое святое – это наш актерский низкий вам поклон. Спасибо! Сначала. Да? Начинаем, да? Вы готовы? А сил хватит? Не слышу, хватит сил? Петь будем? Шуметь будем? Свистеть будем? Балкончик не слышу. Если начинаем концерт сначала, тогда я просто умоляю вас. Хватит вам сидеть там. Хватит. Поднимайте свои
пятые элементы. Пока я еще не на пенсии. Танцуй, Пенза. Шуми, Пенза. Потому что я люблю вас! Все, 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 все! Я думаю, что вы все слова знаете. Хрустальный слова! Не поем.
случайно не поставим на пояс? А вдруг мы поставим? А если поставим? А если поставим, я тогда пойду к вам в гости. Пойду к вам в гости, откроем пенсильскую плотненькую. Витюша, Витюша, какая... Все, оно меня уже забирает. Осталось только на поезд опоздать. А когда поезд уходил, огни мерцали. Огни мерцали. Когда поезд... Что, уже ушел, да? Нет, еще время, да? Цигель-цигель, ай-лю-лю. Уходи! Ну что, споем? Все прям во все пензенское горло. Живем в Пензе. Хорошо, хорошо. Забирайте. Забыла, ты чемоданчик свой забыла, а я и пасаранье, сама забыла, ты чемоданчик свой забыла, а я и пасаранье, сама забыла.
посмотрите. Посмотрите. Завтра, ну посмотрите, посмотрите, ладошечки. Поднимите, поднимите. Завтра утром просыпаетесь, а у вас перед глазами вот так вот ладошки. Ладошки. Хлопают, 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 хлопают. Ой, молодцы, молодцы, молодцы. Молодцы. Ну вот поднимите сейчас, похлопайте. Посмотрите, посмотрите. Посмотрите, что творите. Посмотрите. И вот я очень хочу, чтобы сейчас вот эти ваши ладошечки превратились в крылышки. И чтобы вы сейчас не просто выходили из концертного зала, а чтобы вы вылетали из этого концертного зала и летели, летели по заснеженным пензенским улицам, летели в своих мерседесах, летели в пензенских троллейбусах, летели в пензенском метро, летели! Так что, родненькие мои, поднимайте-ка вы свои крылышки и летите-ка вы отсюда! Не хочется, да мне и самому не хочется. Если бы не этот, этот РЖД, блин. Ай, может, правда вот у тебя заночевать, а, сегодня? Ой, у тебя, у тебя, у тебя, у тебя, у тебя. Короче говоря, у всех. Ой, так, Королёв, успокойся, у тебя концерт скоро. Успокойся, возьми себя в старческие руки, ноги и веди себя прилично. Ну что, еще песенку, да? Веселенькую? Веселенькую. А? Букет из Белокрос! Букет! Васильковое платье и в глазах Васильки. Я стою, не знаю, где тебе подойти. Буду молча опять я наблюдать за тобой. Ой, не решаюсь, видно я ведь такой. А я готов для тебя с неба звезды достать, чтобы мне так поближе и тебе все отдать. А я стою и не знаю, как тебе подойти. Высокое платье и глаза на Васильке. А я стою для тебя с неба звезды достать, чтобы тебе так поближе и тебе отдать. А я стою и не знаю, как тебе подойти. Я тебе, будет ты целый кровь, снова со мной.
праздник. Жаль, что все заканчивается. Но останутся воспоминания. А мы домой. А мы домой. Спасибо вам большое за удивительный вечер. Воскресный вечер. Пензе, спасибо!